Последствия урагана. 3,5 миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества. Накануне по острову пронесся ураган Мария. Ветер вырывал деревья, сметал металлические щиты и даже дома. Бурные потоки воды смывали фургоны и легковушки. Из-за проливных дождей затоплены улицы. Больше 10 тысяч горожан остались без крыши над головой. Стихия не просто опустошила, а почти полностью уничтожила Пуэрто-Рико. Теперь Мария движется в сторону Доминиканы. В курортной зоне сейчас 1500 россиян. Всех предупредили об опасности и рекомендовали не покидать гостиницы.